избирать поступить по любви. Когда ты попадаешь в замешательство, когда ты попадаешь на перекресток неизведанных дорог, как быть, когда в тебе противоречивые чувства, когда ты не понимаешь, и противоречия просто пробивают тебя одно с другим, и ты не знаешь, что делать. И внутри ты теряешь мир. Просто теряешь мир. Ты не понимаешь, что тебе делать. Надо отойти немножко. Все равно надо найти мир. Не надо делать ничего в поту. Писание говорит даже, что надо лечь. Написано, утешитесь на ваших ложах. Иди ложись, уйди в другое место, ляжь на землю и полежи. Приляг, полежи. Но тебе нужно прийти в Божий мир, прежде чем принимать решение. Особенно то, касается, которое касается человеческой судьбы. И Писание говорит, любовь не делает ближнему зла. Любовь не делает ближнему зла. Он, может, сделал какие-то вещи, ну, очень жесткие, да? Но любовь не делает зла. То есть она не делает его. И это выбор. У тебя есть выбор поступить справедливо и поступить по любви. Ну, можешь поставить себя, поставить своего ребенка туда. Или своего ближнего, жену, мужа, маму, папу. Как бы ты поступил? И таким образом к этому человеку применить эту формулу. Кто-то сказал даже, что когда он дает кому-то деньги, ну, неправильному человеку, то он сразу же дает столько, чтобы с ними попрощаться. Интересно. Мне понравилось это. То есть он даст ему столько, чтобы с ними распрощаться. Но я на самом деле держусь такого принципа. Не потому, что я против того, чтобы занимали друг у друга. Это нормально, иногда бывает. Раз, там, острая ситуация и так далее. Но как бы, вы понимаете, о чем я говорю. Это выбор поступать по любви. Я не должен делать зла. Я не должен делать зла. Я должен идти путем любви, путем явления любви. Это сложно, потому что очень много типов людей, очень много типов взаимодействия на твою жизнь, очень разные типы агрессии, степени агрессии на тебя, степень ненависти к тебе, степень зла высвобождена на нас. Однажды настанет время, когда нам делать ничего не надо будет. Мы просто будем смотреть глазами и читать Библию. И мы будем видеть то, что мы видим, и то, что написано, одно и то же. Воздайте Богу славу. Вот позиция. И он говорит, не мстите за себя, возлюбленный, дайте место гневу Божьему. Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Это позиция. И я вам дал самую крайность. Ну, как бы, туда мы ходили. Я туда хожу. Я хожу туда, у меня там прохоженный путь. Это нормально. Я уже стреленный воробей. Но чуть-чуть поближе. Ситуации возникают, в которых есть противоречия. И нужно поступать, избирать поступать по любви. И ты избираешь поступать по любви. То есть оставаться в благости. Любовь не делает ближнему зла. Но кто есть ближний? И когда Господь спросил, не все ближние, есть враги, они не есть ближние. Не будьте настолько наивны, что думать, что ближние – это все. И когда вопрос задал человек, сказал, кто мой ближний, Иисус рассказал притчу и спросил, кто из них ближний? Значит, эти двое или трое не были ближними, был только один. Тот, и он отвечает, что тот, кто помог. И он говорит, иди и поступай так же. Вот кто ближний. Поэтому, пожалуйста, не путайте врагов с ближними. Вы понимаете? Это не по-христиански. И поэтому любовь не делает ближнему своему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
Но есть высшее творчество. Это быть как Иисус. О, Господи, это высшее, когда ты избираешь быть как Иисус. И лучше промолчать, чем сделать шаг и усилить тьму, чем сделать шаг назад, чтобы тьмы стало больше через тебя. Когда ты высвобождаешь какие-то злые решения, злые вещи, ты делаешь мир злее, особенно когда ты Божий человек. Лучше стоять, лучше промолчать, лучше протупить, лучше опоздать, лучше просто замерзнуть, но не сделать мир злее. Потому что когда ты делаешь зло, тогда какая надежда у мира?